Всем привет, меня зовут Инесса. В этом видео я вам покажу, как быстро сделать косую бейку своими руками. Для этого нам понадобится вот такая вот маленькая картоночка. Желательно использовать картонку, так как она потверже. И сейчас я вам покажу, как мы сделаем себе маленький шаблон, с которым мы будем в дальнейшем работать. Берем нашу картонку, делим пополам. Теперь нам необходимо нарисовать с вами прямоугольник, который будет составлять 4 сантиметра в длину. 4 сантиметра в длину и высоту примерно 7 миллиметров. Можно 8. Так вот мы поднимаем. Нарисовали мы вот такой вот с вами прямоугольник. И чуть-чуть подальше от него мы теперь нарисуем прямоугольник 2 сантиметра. Точно так же ввысь поднимаю уголки примерно на 5-7 миллиметров. И вот то, что у нас с вами получилось. Вот это необходимо вырезать. Приготовили мы сейчас с вами вот такой вот интересный шаблон. Сейчас я вам покажу, как мы будем им пользоваться. Заранее мы ткань уже приготовили на вот такие вот полосы, которые будут составлять 4 сантиметра в ширину. Если мы будем с вами окантовывать швы, которые будут идти по прямой, то можно вырезать косую бейку тоже по прямой. Если вы будете окантовывать горловину, какие-то закругленности на вашей одежде, выкраиваем косую бейку под 45 градусов. Мы берем, просовываем нашу косую беечку, вот она, просовываем, теперь пошли, просовываем во вторую дырочку, просунули. Смотрите, заколола я здесь иголочками, и вот получается, вот эта наша вторая дырочка сразу помогает, чтобы наши концы складывались друг к другу. За вот эту часть мы уже можем начинать приутюживать. Берем и утюжим. Теперь мы вот так вот двигаем нашу беечку, поправляем все здесь и опять утюжим. Очень классный лайфхак, очень он мне понравился. Особенно для тех, кто хочет делать очень длинную косую бейку. Я думаю, то, что это будет такая помощь, такая вот необходимая вещь. И сейчас, когда мы будем с вами обрабатывать уже готовые наши изделия, вот нашу косую бейку, которая заутюжилась вот так вот, мы подогнем. Одна сторона у нас должна быть чуть побольше, а другая чуть-чуть поменьше. И еще раз мы вот так вот все это приутюживаем. Вот у нас с вами получилась вот такая вот косая беечка. Если вам понравилось это видео, поддержите меня мощным лайком, подписывайтесь на мой канал, делитесь со своими знакомыми и кому будет полезна и интересна эта информация. Всем хорошего дня и всем пока-пока!